Всем привет, народ. Очередной пациент у меня на оживлении. В общем, я ее года два назад уже модернизировал, ремонтировал. Стоит моя подсветка двойная. Кнопочку я менял здесь. Все работало хорошо, пока человек не решил запитать это все дело от автомобильного аккумулятора. Купил себе вот такой вот разъемчик. Воткнул в него провода и подключил вместо зарядки вот сюда вот аккумулятор автомобильный и походу перепутал полярность. Теперь у нас не включается ничего. То есть заряд показывает встроенного аккумулятора, но не монитор. Походу даже не камера. Ну-ка, подсветка какая-нибудь работает. Подсветка тоже не работает. То есть по ходу питания и не сюда, и не сюда не приходит. Мы будем скрывать эту коробочку, смотреть, в чем дело. Это, на этот разъем у нас не приходит питание 12 вольт. Вот он через этот резистор шло 12 вольт. Он выгорел у нас. На этом разъеме есть питание, но этот разъем идет для как раз для зарядки аккумулятора. Дальше тут тишина. А с этого разъема еще вот красненький провод 12 вольт идет на питание камеры как раз. То есть поэтому у нас ничего не работает. Но я отдельно сейчас подавал на монитор сюда 12 вольт. У меня блок питания вырубается. Походу в мониторе какая-то где-то там защита сработала или пробила что-то. Диод какой-нибудь по питанию. И, в общем, сейчас монитор у нас в коротком замыкании. Сейчас попробую я резистор поменять. Посмотреть, вообще камера у нас заработает или нет, подсветка хотя бы появится или нет. Ну, дальше надо вскрывать уже монитор. Так, что вместо резистора поставил перемычку. Питание у нас появилось на разъеме. Подсветка, видим, работает. Вот она инфракрасная. Вот она белая. Инфракрасная. И выключено. То есть все, питание на камеру приходит. Не знаю, пока камера сама живая или нет, но надо разбираться с монитором. По крайней мере, короткое замыкание камера не выдает. Возможно, она и живая. Обычно китайцы через диод питание на камеру подают. Возможно, диод и защитил камеру от перепылесовки. Смотрите, вскрыл монитор. Здесь вот стоит диод параллельно питанию, обратно полярно включен. Это вот как раз защита от перепылесовки. Он был накоротко замкнут. Я его сейчас убрал, то есть плюс-минусом звонились в обе стороны, КЗ было. Я его убрал, КЗ пропало. Давайте попробуем включить. Питание подал, все, мониторчик ожил. Сейчас собираем все в кучу. Диод сейчас я запаяю. Я надеюсь, все будет жить. Ну что, собрал все в кучу, включаем. Все работает, все красиво. Ну-ка, подсветка работает, регулируется.
Все отлично. Всем пока-пока.